И здравствуйте, мои дорогие подписчики канала Cat Family. Хочу вам рассказать про вот такой вот корм. Мы его взяли на пробу. Вот видите, какие там. Два килограмма. Мне все время интересно было, каких размеров гранула и вообще как он выглядит. Ну и знаете, что вот видишь на сайте корм. Хочешь его, допустим, попробовать купить, да, а просто не знаешь, вот какого размера гранулы. Вот, честно говоря, вот я недавно брала корм Йозеро, там такие жесткие гранулы, что пожилым котикам это тяжело очень кушать. И огромные. Так, как он выглядит? Смотрим. Ну, гранулы маленькие такие. Ого, жирноватенькие, конечно. Чересчур даже. Так. Ну что, ну вот теперь вы будете знать, как он выглядит. На моем канале вы всегда можете найти отзыв о кормах, которые мы берем для котиков. Ну и сравните, подумать, нужно вам это или нет. А состав и все остальное вы можете найти на сайте. Прямо производителя. В общем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. С вами был канал Cat Family. И вот такой вот корм Йозеро Китам. Bye-bye.